Олесь. Привет. Как дела? Нормально. Ну, давай расскажи о себе нам что-нибудь. Откуда ты такая появилась? Приехала я с Пензы 5 месяцев назад. Чем я занималась в Пензе? Работала, жила серьезными отношениями, но ничего не получилось. А сколько были по времени твои серьезные отношения? Где-то год, ну, около 2, наверное, 1.5, там, 2, где-то так. Что-то не сложилось? Да, там больше повлияли родители с другой стороны. Понятно. Чем еще занимался, помимо серьезных отношений? Ничем особенным. Чем? Я слышала, ты умеешь красиво петь. Да, петь я умею, не стесняюсь. Чуть-чуть. Стесняшка, девчонка? Да, стесняшка. Чем еще занимался? Тусовки, друзья, пьянки, тебя интересует? Не очень, но иногда хочется расслабиться, конечно. Понятно. А здесь ты чем занимаешься, чем живешь в Питере? Работаю. Сейчас на данный момент пришла на проект. С какой целью? Целью, естественно, найти свою любовь. Какая должна быть? Не могу тебе сказать, какая должна быть, но это нет таких конкретных каких-то этих типажей. Но когда видишь ее и только вообще конкретно. Понятно. Ну и как твои успехи с этим? Ну, на данный момент у меня ничего не получается, потому что я кидаюсь то в одну сторону, то в другую, сама не понимаю пока что себя, потому что есть один человек в моей голове, который, ну не знаю, я, наверное, отвлекаюсь такими моментами, как с другими, например, девушками, я провожу время, но лишь для того, чтобы отвлечься, например, как-то. Ты пришла к Саше Инфинити, это она? Нет, это не Саша Инфинити. Вот. Ну, когда я первый раз ее видела, эту девушку, я торкнула конкретно. Просто. Хотя как бы я не отрицала, что нет, не нравится, но очень. А в чем дело? Почему ты не добиваешься ее? Есть причина, но я не могу ее называть, потому что начнут копать глубже, скажут, какая я говно. Так что вот так, ну, я буду пытаться строить свои отношения. С другими, да, девушками? Да, думаю, да, потому что с ней у меня, наверное, навряд ли получится. Олесь, я знаю, что очень много девушек проявляет тебе интерес. Расскажи мне, какие девушки могут тебя зацепить? Я могу сказать, чем они могут меня оттолкнуть. Это навязчивостью и своей доступностью. Меня это отталкивает. А понравиться вы можете либо с первого раза, либо вообще нет. Я знаю, типа, что как твое сердце может покорить вкусная еда. Поэтому я даю девочкам совет, чтобы они готовили ужины в контейнерах. Нет, это вырежешь. Не надо. Короче. Ну и в итоге я хочу пожелать тебе удачи. Все-таки я не желаю тебе найти ту самую. Я все-таки думаю, что ты ее нашла. И может быть у вас все получится. Все, давай, пока. Спасибо, Лова.